За титул терпсихоры музы танца поборолись самые лучшие танцевальные коллективы Октябрьского района. Хореографический конкурс «Радость ритма» открыл новые таланты среди молодых карагандинцев. На протяжении 2 месяцев среди танцоров проходил отборочный тур, определивший 7 лучших танцевальных коллективов. Подробнее о зажигательном шоу вы узнаете в репортаже нашего корреспондента. Ежегодный танцевальный конкурс «Радость ритма» среди детей в этом году удивил зрителя разнообразием конкурсных номеров. Танцевальные коллективы Октябрьского района представили на суд-жюри свои самые лучшие произведения. Финал конкурса состоялся во Дворце культуры Нового Майкудука, в котором приняли участие 7 лучших коллективов. Наш коллектив называется «Браво». Мы ежегодно принимаем участие в этом конкурсе «Радость ритма». Очень рады, что этот конкурс проводится у нас в Майкудуке, в Октябрьском районе, который способствует популяризации танцевальной деятельности, развитию хореографических навыков у деток. Подобные конкурсы помогут раскрыть танцевальные навыки и способности, возможно, будущих звезд танцевального олимпа, считают руководители коллективов. Когда человек двигается, когда он танцует, когда он себя показывает с другой стороны, это совсем другая грань открытия талантов наших детей. Как можно больше давая им движение, технику исполнения, они показывают себя совсем с другой стороны, где каждый хочет стать танцором, я так думаю, в будущем. Такие творческие конкурсы являются отправным пунктом для танцевальных объединений. Здесь ребята получают свой первый сценический опыт, впервые их оценивают, сравнивают с другими. После участия на региональном конкурсе танцоры отправляются на городские, областные и даже международные арены. Мастерство и стремление карагандинских танцоров уже были отмечены. Летом мы ездили в Астану, было выступление, 15 стран мира перед нами было, и мы перед ними выступали, это такое достижение. И Америку мы поразили, кстати, своим Майкл Джексоном. Они даже никогда не думали, что у нас есть здесь, в Караганде, танцоры, которые где-то у нас здесь, в ДК, в нашем любимом Майкудука, занимаются Майклом Джексоном. Кто знает, возможно, именно здесь, на сцене Майкудукского дворца культуры, зажжется звезда нового поп-идола. В дальнейшем хочу выступить, дальше добиваться и уйти в Голливуд куда-нибудь, и на площадке, где вырос мой кумир, где я занимался, на аллее звезд. Это моя мечта, это моя цель, чтобы в образе Майкла я выступил там, за границей. Моя цель и дальнейшие действия. Также заниматься и учить будущих маленькое поколение. Аида Ибраева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Караганинский.